А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня играем в криминалочку на сером Amazon Roleplay. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И протяжении 5 мы получите 50 тысяч, протяжении 10 мы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сере Amazon Roleplay. Также спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Давайте постараемся до Нового года набрать 1000 введенных промокодов. И также постараемся до конца, на этого месяца набрать 14 тысяч на канале. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Итак, чуваки, сегодня будет просто историческая хуйня. Извиняюсь за мат, конечно же. Но я думаю, вы поняли по названию, что сегодня будет. Сегодня я поставлю цветные номера на Мурку. Давайте я расскажу предысторию вообще, откуда у меня эти цветные номера. Ну, понятное дело, что я их не купил. Я их выбил с рулетки. Но каким образом? Я донатил, либо не донатил? Я не донатил. Я крутил бесплатно рулетки на протяжении, наверное, часа. И в итоге мне выпали цветные номера. Я просто орал как бешеный. Чуваки были со мной в Дискорде. Они просто охренели, как я начал орать, когда я выбил цветные номера, потому что я очень хотел цветные номера, либо чип выбить. Чип это на РС 6, а номера это на Мурку, потому что Мурка мне дороже всех тачек, и именно на нее я хочу поставить цветные номера. Давайте я вам их покажу. Пишем команду призы. Вот команда приза. Здесь много всякого шлака, но вот самое ценное, пацаны. Покраска номеров. Вот они, родимые просто. Давайте расскажу, откуда у меня вообще бесплатные рулетки. Первое, это то, что я собирал подарки. Я собрал сначала 15 подарков, и сегодня их дособирал, чтобы выполнить квест. Подарки мне выпала бесплатная рулетка, по-моему, да. Она мне выпала, и выпали кредиты. Не, кредиты, а да, кредиты еще были. У меня было 50 кредитов и одна рулетка, в принципе. Я пошел крутить, крутил. Мне так выпадало, много раз выпадало бесплатно. Бесплатных рулеток по 3 штуки и скидки выпадали. И потом я все просрал. Я зашел на сер, у меня было 3000 подарков. Вот, смотрите, у меня они были. Давайте я вам покажу. И новогодний квест. Видите, у меня было 3063 подарка. Я их обменял на рулетки. И получается 4 бесплатных рулетки. Я кручу первую рулетку, выпадает какое-то дерьмо. Вторую, третью, четвертую и пятый раз, когда я уже начал кредиты крутить, мне выпали цветы номера. Это очень круто. Все, пацаны, предысторию я вам расскажу. Теперь давайте поставим на нее цветные номера. Я думаю, вы все это ждали. Все, припаркуемся вот здесь, глушим машину, пишем команду призы, потом выбираем покрасочный номер, ну, покраска номеров, в принципе. Так, да, я хочу цвет, пацаны, красный. Красный, мне кажется, самый нормальный здесь, поэтому мы ставим именно его. Так, вот, мур, пацаны, сейчас все будет просто, надо скриншотик сделать, просто тайм еще заюзать на всякий случай. Просто, пацаны, историческая хуйня, по-другому не назвать. И да, я поставил, пацаны, просто. Я поставил. По-другому это не сказать. Все, мур, 3 семерки. Теперь они красные. Вы успешно получили приз. Покрасочный номер транспорта. Теперь нужно ее переспамнить, чтобы номера и на рамочке были красные. Давайте до дома доеду, и мы, в принципе, это сделаем. Минуточку внимания, хочу послать бизнес нашей семьи. Наш бизнес это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них это кикбоксинг. Либо удар стак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал. Вход, конечно же, бесплатный. Все, пацаны, я переспавнил машину, теперь все выглядит как нужно. Вот, мурты семерки красные, в Карпасе тоже они красные, все очень классно. Также встретил здесь подписчика, Диего Хэппи, приду тебе привет, если ты это смотришь. Давайте прокатимся, я, пацаны, просто кайфую. Тут Влад что-то в АФК вышел, поэтому давайте поедем дальше. Не будем его ждать, скорее всего, надолго ушел в АФК. Давайте прокатимся, реально, мне очень нравится просто. Мурты семерки просто выглядит волшебно, просто восхитительно, охрененно. По-другому это не назвать, потому что
именно на эту машину я хотел эти номера, потому что я их еще ставил на тестовом сервере, эти номера, я снимал еще видос, может кто-то помнит, и я на нее там поставил эти номера, ну красные, тоже красные поставил, мне очень понравилось. Как бы видите, у меня моделька, к сожалению, стоит не E60, я ее в скорое поставлю, сейчас стоит моделька F90. Мне больше нравится E60, поэтому я поставлю себе модельку E60. Все, пацаны, на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу, вводите мой промокод, вступайте в мою семью и ждите новых серий. Всем пока-пока.